Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня веселый трэш будет. 200 и сколько там у нас? 220 с лишним тысяч самоцветов. Это первый видос. Чем оно закончится, вы потом увидите. Это первый аккаунт с двух на роллинг. Какой именно роллинг, вы узнаете. Саня Александр, мой подписчик, дал мне два аккаунта своих. Это накопленные самоцветы. Не знаю, донатный. Ну, видите, не особо донатный аккаунт. На роллинг. И мы начнем сейчас трешечок. Нету у нас сегодня коллекционера. Нету у нас акций на трату на русском сервере. Это русский сервер. Большая выгода, императорская, возвращаем карты из питомца. Ну, короче, час будет полный трэш, скажем так. Находится он в гильдии Сила. Прорвемся, БГ обязательно, атака фортов 12.00. Дайте заявочки, вступайте, поехали, посмотрим, кого ему не хватает. Роза, Некрос, Космо. То, что можно выставить. Стрелок, Трифит, ничего себе. Космо, Стрелок, Трифит, Командора, Ледяха, Землеройка, Асура, Махатма, снова странно, Бугимен. В общем, я думаю, мы сейчас по-любому какую-то имбу вытащим. Поехали ролить. Ну а с вас, конечно же, лукасики. И не забывайте, это первый роллинг. И дальше будет еще интереснее. Поехали. Смерть. Тритон, наемный. Вот интересно, Влад Дракула. Какой вот не на коллекционера роллинг. Я решил сегодня заролить ему. Так, с рыцарь. Студеный. Гаргул. Хранитель. Ну, так себе. Дед Мороз. На Пасху будет разбивать яички. Так, ну что у нас там? Королева Гарпий. И бум. Итого потратили мы там порядка 13к уже. Как обычно, ни о чем. Ну, я не знаю, сколько надо копить 112 косамов на русском сервере. Кто копит, пишите в комменты, узнаем. Так. Да, стрелка надо. Надо стрелка тащить. Поехали дальше. Студеный. Одержимый. Блин, вот интересно, сможем выбить хотя бы какую-то, скажем так, недостающую имбу? Вот знаете, у меня такое чувство, мы сейчас ролим. Но нифига не упадет. Интересного. Хотя, кто его знает? Посмотрим. Ну, такое себе, знаете. Я не вижу имбо-героев. Хранитель-укротитель. Леди Лео. А вот так вот... Теперь я вижу, ребятушки, поздравляю, у тебя есть землеройка, рипер, как его называют на английском сервере, ну, герой для PvP очень-очень неплохой будет, хорошее, скажем так, начало на 30 самоцветов, ну, в принципе, я доволен уже, заклинательница, лазулю бы еще и космос ловить, вообще будет топчик, ведьма. Так, понятно, поехали. Я буду так каждых 20 самов, 20к бегать в рейд. Для тактики слива. Ну, землероечка, это уже огонь. Мне это уже нравится. Так, что там у меня с музычкой. Интересно, затащим, не затащим, как думаете? Остался у нас
все, теперь точно уже ничья будет. Поехали дальше. Землеройка у нас есть. Отлично. Афинка. Знаете, сразу подумал про этот, про коллекционер на английском сервере. Так, бульдозер. Ронин. Инка. Видите, как неплохо, неплохо, рыцарь. Следующих 20к заходит. Очень даже неплохо у нас. Еще один ронин, ничего себе. Кстати, ронины очень редко падают. Медуза. Рыцарь. Рэнки. Бугимена нам бы вытащить. Асурик, отлично. У него, по-моему, его нет, если я не ошибаюсь. Еще один Фрэнки. Ну, эта третья двадцаточка зашла неплохо, неплохо. Так, смотрим, что у нас такого интересного уже, скажем так, есть. Так, ну, конечно, Бугича надо забирать. Махатма, Асура есть и землеройка. Так, Ледяха, Командора, Трифит, Космо. Вот это самое-самое интересное. Ну и Махатму, конечно, тоже надо выбивать. Поехали. Так, мы в рейд не сбегали, и сразу же Фрея падает. Но нам надо в рейд сбежать. Поехали. Ну что, уже у тебя два героя есть. Землеройка. Так, а что я вышел? Надо до последнего. Победил или проиграл? Тут проиграл, скорее всего. Так, поехали. Смотрим следующую двадцаточку. Малыш Ник. Рыцарь тьмы. Валентина. Блин, это Валентина, которая нужна на десяточке. Мега имба паладин. Суккуб, ну такое себе. Дед Мороз. Так, ну что там? Командора, ребятушки. Вот это да, вот это оно. Третий герой у нас есть. Блин, стрелка надо. Теперь надо стрелка выбивать. Стрелка, Бугимена, Махатму. Ну, думаю, не зря он мне доверил свой аккаунт. Так, ну Космича надо. Либо Лазулю. Паладин. Окей, поехали. Поехали просто сражаться. Ну, прикольно, Фрея, конечно. Сносит. Так, ладно. Поехали. Просто налегке, ребят. Поздравляю, у тебя теперь есть еще и Ледяной Феникс. Четвертый недостающий герой. Супер. Обалдеть. Ну, это реально кайфовый роллинг. Так, ну осталось нам вытащить Космо. Рибит. Трифит, пятый герой, ребят. Обалдеть. Это у него, кстати, основа. На основу плюс 5 героев затащили. Но это еще не конец. Я думаю, сейчас еще что-то будет. Атлант. Должно, по крайней мере. Фараон, Дрейк. Дракос, Влад Дракула. Ну, давайте уже будем так ролить. Не будем выходить. Фея. Медуза Кенди.
Пошла жара. Блин, космо, ребят, космо надо. Космо и стрелок. Реально, вот стрелок и космо, это вообще было бы огонь. Но это нереально, конечно, я понимаю это. Бог грома. Ну, фея. Седна. Обалдеть. Ведьма опять. Индия. Ну, последнее. Череп. Рину. Бугимен. Шестой. Обалдеть. Вот это да, ребятушки. Вот это круто. Плюс 6 героев сделали. Ну чё, поздравляю. Это просто жесть. Плюс 6 еще каких героев? Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все последние герои, начиная со Сурика. Круто. Бугимен. Всем бы такой удачи, да? Лазуля. Супер. Не знаю, чем он их будет качать. Посмотрим, как будет Твинк себя чувствовать дальше. Землеройка. Обалдеть. Берс четвертый. Третий берс. Утекание. Ремка. Есть коробки. Попробуем. Пятый берс. Ну, блин, берс кому тут? Можно пока на землеройку поставить. ТУшка. Ну, ТУшка. Беспонтовая вещь. Бастион. Вот это уже интересно. Баст, баст, баст. Я бы поставил на Бугимена. СУ. Пока на Асуру кинем. Ожог. Так, а чем у него Ронин? Ронин с ожогом уже. Вот так вот оставим, потом кому-то поставит. Ну что я могу сказать? Блин, обалденнейший роллинг. Реально зашел. Ждите вторую часть. И будет еще один бонус. Все, всем удачи, такой же удачи, всем пока.